Всех приветствую. Сегодня мы отправимся в подземный туннель протяженностью 700 метров приблизительно в группе из 3 человек. Все интересные моменты мы отснимем. Приятного просмотра. Стойте. Что самое интересное, запах сырости вообще нет. Здесь такой сквознячок чувствуется. Здесь сухо вообще. Вот так я что-нибудь летел внутри пролета вперед. Thank you.
заходишь в туннель или в что-либо, включаешь свет, и ты не видишь даже руку перед собой. 100%. Я вижу только свет твоего света от камеры. А сейчас самое интересное, для походов такие странные помещения или же что-либо, или пещеры, которые в полный рост, я придумал такой маячок, чтобы меня было видно за много-много метров. Выглядит он примерно вот так. То есть, если я пойду без света, то меня и так будет видеть. В этом туннеле можно почувствовать себя полностью, как будто ты ослеп. Тебе не кажется? Ты вообще полностью беззащитный здесь. Конца уже не видно? Вообще ничего не видно. Уже не надел, а нет, он еще чуть светит. Вот. Он у тебя севший был? Да, он просто севший. Вот это вот я понимаю свет. Так убери свой эту лампочку, чтобы он увидел, какой его свет. Это вот он на полную мощность светит. Очень даже неплохо. Да. Для замыкания. Для наловника. Ну тогда я что, я свое не выключу. Так прикольно. А то мой не такой. Мой-то вот так. Как ладно. Ну вот и первые интересные вещи. На полу лежат мертвые рыбы. По виду это караси. Умерли они уже довольно-таки давно, так как уже даже сухие, разложились. Но что самое интересное, эту рыбу никто не съел. Никакие ни грызуны, ни звери, ни животные. Они как лежат, так и лежат. Реально, где-то вот когда это болото протекло, оно протекало сюда, и я не через дырку сюда ни хера. Здесь уже сырок, мы уже подходим, видимо, под дамбу. Чьи-то ноги. Ну а вот и первая влага. Это то, что могло нас поджидать в этом тоннеле, так как тоннель уходит вниз, вглубь, и, возможно, впереди будет вода. Но мы предусмотрительны, мы взяли с собой резиновые сапоги и перцы. Но пока еще можно идти без сапог, поэтому мы пойдем так. Вода здесь не высохла, либо она прибывает периодически. Ее вот откуда-то пробивает здесь. Угу. Аккуратно. Тебе может сразу Ну вот еще один интересный момент. Сырой пол, вода, грязь. И в небольшом углублении видно две рыбки, два карасика. Они, скорее всего, умрут, так как воды здесь мало, и она не прибывает. А где второй карасик? Там внутри. Вон, видите, их два карася.
Мы идем дальше. Вот еще один. Смотрите, сколько здесь рыбы. Рыба, которая обречена на умирание. Сверху пакет какой-то. Сверху висит пакет, но мы проверять не будем, что в нем. Возможно, это просто мусор, так как вода поднимается, скорее всего, до этого уровня. Так как даже сено и трава застряла в шве. Хлеба у нас сегодня нет. Это все. Кругавая порука. Красивая? Нет. Мишка, это же не караси. Караси, самый главный караси себе. Караси. Они начнут жрать друг друга, скорее всего. Нет, они просто сдохнут. Но вообще у них есть место для движения. Им жертвы здесь нет. Они, видишь, как худые. Они вялые, пряненькие. А что мы с собой никакого садка не взяли? Мы бы их забрали домой. Да. Что с ними делать? Ну я имею в виду в лужу или в эту. Вот еще стоит. Слышишь? Рыба там шевелится, Миша. Где? Там. Вот. Там рыба плещется прям очень сильно. Ты в большую воду высыпаешь? Да. Хотя бы, чтобы немножко еще пожили. Ну, хоть бы как. Дальше мы пришли, вода еще больше. Здесь аккуратнее надо быть, потому что арматурина прям торчит прям из земли. Вот это еще, смотри, сколько красиво. Ну, дай бог, если будет скоро большая вода, придет, и они отсюда смоют. По краешку придется идти. Ну, посвети вперед. Ну, караси, что-то другое. Акула. Пиранья. Сколько мы уже прошли? Мы вверх начали подниматься, или мне кажется? Нет, сейчас. Смотри назад. Уклон. Видишь уклон? Угу. Там, получается, всегда вода стоит? Весело. Вот это да.
весело просто. Прошли этот подземный тоннель. Тоннель очень интересный, свободный, просторный. Газов в нем никаких нет, дышится прилично, запаха подвала в нем тоже нет. Единственное, что мы встретили, это очень много рыб, которые, может быть, умрет из-за того, что нет воды и нет питания. Ну а сейчас мы отправляемся в тайник геокэшеров. По этой коряге нам предстоит подняться наверх, но в принципе здесь и без коряги можно подняться, потому что другого выхода здесь просто нет, либо возвращаться назад. Стена примерно где-то 2 метра, может быть 2,10, так как мой рост 1,78 м. Да, спрятали, конечно, они его не очень. Итак, вот они, сокровища геокэшера. Вот такой вот контейнер. Тайник-тоннель называется. Содержимое здесь очень интересное. Сейчас покажем. Запишемся в блокнотик обязательно. Карандашик есть, уже хорошо. Итак, смотрим. Беруши, свистулька, игрушечка, монета 50 тенге, еще одна игрушечка или магнит бывший, брелок на автомобиль УАЗ, свечка и магнит конь. И еще 2 стеклянных шарика. Также здесь еще есть точилка на случай, если карандаш затупится, сломается или еще что-то. Ну а сейчас мы сделаем запись в блокноте и положим свои предметы и возьмем что-нибудь на память. Мы возьмем 50 тенге.
Ну вот, собственно, и все. Сейчас положу сюда магнит и положу сюда также металлическую ложку, новую металлическую ложку. Тайник было очень легко найти, поэтому, возможно, мы его сейчас запрячем в другое место. Тайник был успешно взят, нам предстоит вернуться назад, ну а пойдем мы также под землей, поверх очень много обходить. А это деликатес моего детства. Дерево называется лох серебристый. Его плоды выглядят вот таким образом. Мы их еще называли финики. Вот это вот, когда они коричневые или такие желтые, это считается, что очень сладкая ягода. Ностальгия? Угу. Как в детстве. Ладно, много не ешь, а то воды мало. Здесь этих кустов целые заросли.